Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вместе с вами приготовить очень вкусный десерт Баунти. Начнем готовить. В миску добавляем яйца, сахар и взбиваем миксером до растворения сахара. Добавляем растопленное сливочное масло и продолжаем взбивать. Далее добавляем разрыхлитель, какао и муку. Продолжаем взбивать. Вот такое тесто у нас получилось. Форму застилаем пергаментной бумагой, наливаем тесто, разравниваем. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готовность проверяем палочкой. Пока корж остывает, готовим крем. В ковш наливаем молоко, добавляем сахар, муку, ванилин. Все это хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Варим до загустения, постоянно перемешивая. Горячий крем наливаем в миску. Добавляем сливочное масло. Перемешиваем до растворения. Далее добавляем кокосовые стружки. Наш крем готов. Собираем десерт. Убираем пергаментную бумагу. Кладем обратно в форму. Thank you.
Накладываем крем, равняем. Накрываем пищевой пленкой. Даем остыть до комнатной температуры и убираем в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь. В горячие сливки добавляем шоколад. Перемешиваем до растворения шоколада. Достаем десерт из холодильника. Заливаем растопленным шоколадом, равняем. Отправляем обратно в холодильник до застывания шоколада. Достаем десерт из холодильника. Режем на кусочки.
Украшаем десерт свежими ягодами и кокосовой стружкой. Такое райское наслаждение у нас получилось. Готовьте сами, радуйтесь.